Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Lenovo Tab P11. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить уровень заряда батареи в процентах. Итак, для этого мы заходим в приложение «Настройки». И далее проходим в раздел «Батареи». Здесь мы видим уровень заряда батареи. И мы можем его либо включить, либо выключить. Вот и на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.